Артем, ты что, пьяный? Да. Что я сделал? Что я сделал за сегодняшний день? Что я сделал за год? За 5 лет? Кому стало лучше от моих усилий? Артем Леонидович, у меня ваше приглашение на сегодняшний бал. Хорошо, я успею. Я чувствую себя разведчиком. Общаюсь с абсолютно разными людьми. Разнообразные дети. И все не мои. У меня завтра на корпоративе очень важный разговор. Очень. Нет. Все исследую, внедряю, дружу. Что он сказал? Собираю информацию. Мужчина? Я никак не пойму, на кого я работаю. Мне нужно, чтобы босс меня заметил. А ты знаешь что? Бой последним. Запоминается начало и конец. Настя, это Валя. Мой брат, я тебе говорю. Совсем не та ко мне приходи. Я вообще не пою, просто нужно. Босс любит пение. А той, скажите, Бога ради. Я вот думаю, если бы он не песни любил, а танцы, мы бы что, все на пуантах стояли? Мне важно, чтобы Андрей Альбертович правильно истолковал мою позицию. Артем, у меня сейчас тонкий момент, я перезвоню. Сначала каждый человек одновременно и хороший, и плохой. А потом он уже выбирает. Или само как-то получается. Я не совсем понимаю, каким я стал. Тебе надо петь громко. О, кто-нибудь, приди на руж чужих людей, соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что происходит, со мною вот что. Это его любимые песни, знаешь? Я за эту информацию бутылку Дон Периньон отдал.